Шалом, возлюбленные, мир всем вам из Индонезии. Давайте выразим нашу благодарность Господу Иисусу с помощью песен хвалы и поклонения, которые мы поем с вами вместе. Итак, давайте поклоняться. А сейчас я приглашаю вас посмотреть свидетельство, которое расскажет вам о Божьей благости, которая доступна каждому, кто любит Его.
Меня зовут Сунково Хади. Мне 80 лет. 10 лет назад я ушел на пенсию с должности учителя. Затем стал работать массажистом. Каждый день мне нужно ухаживать за курицами. С тех пор, как я ушел на пенсию, у меня всегда болела поясница. Я ходил сгорбившись, и вот я подумал, может, причина в том, что я упал, когда мне было 15 лет. Я забрался тогда на пальму, чтобы сделать пальмовый сахар. Когда я залез, я упал с этой пальмы, а высота была приличная. Высота пальмы была где-то 10 метров. У меня очень болела поясница, а ощупав ее, я обнаружил припухлость. Я пытался промассировать ее, но толку не было. Потом я помолился. «Господь Иисус, у меня болит поясница. Пожалуйста, исцели меня. Исцели, Господи. Аминь». Вот такой краткой, простой была моя молитва. В церкви мне дали брошюру с приглашением на служение. Это было служение возрождения на городской площади Пурвареджо. Я принес эту брошюру домой и попросил жену пойти вместе со мной. Я люблю, когда она рядом. Придя на городскую площадь, я сел на место, отведенное для больных. Потом кто-то из команды помолился за меня. Во время молитвы я ощутил какие-то вибрации. Они исцелили припухлость на моей пояснице. И сразу после этого мне стало так легко и хорошо. Я прощупал поясницу и нигде не нашел никакой припухлости. Потом я осмотрел себя, и припухлости больше не было. Моя спина была полностью исцелена. Полностью. Возлюбленные, рядом со мной мистер Сунково. Ему 80 лет, он работает массажистом. Здесь много его пациентов. Но последние 5 лет у него болела правая сторона поясницы. Ему было очень больно. И вот, придя сюда, он все еще мучился от боли. Многие из вас знают его. После молитвы он ощутил, как какая-то сила течет в его теле. Он ударился поясницей, и она всегда болела при прикосновении. Теперь она не болит. Даже если по ней постучать, она полностью исцелена. Халлилуйя! Раньше он не мог согнуться, а теперь может. Присядьте. Так, еще раз присядьте. А побегать вы сможете? Попрыгайте. Халлилуйя!
Кто исцеляет мистера Сунково? Господь Иисус сделал мне массаж. Обычно я делаю массаж людям, но в тот раз Господь помассировал меня. Я был исцелен. Чудо все еще со мною, и оно весьма реально в моей жизни. Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание от пастора Ника Ньохарахардио. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang butakan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah
dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Я не знаю вашей ситуации. Возможно, она хорошая, не очень хорошая, плохая или очень плохая. Но с чем бы вы ни столкнулись, вы должны сказать: «Господь Иисус, Ты благ. Ты так благ. Ты очень благ ко мне». Библия говорит, что все, с чем мы сталкиваемся, хорошее или плохое, Бог всегда обращает во благо для тех, кто Его любит, и кто призван по Его изволению, возлюбленные. Если вы любите Иисуса, то с чем бы вы ни столкнулись, скажите: «Господь Иисус, я понимаю, что все, с чем я сейчас столкнулся, хорошее или плохое, будет действовать мне во благо». Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти нас от наказания за грех. Это вечное наказание, вечная смерть. Иисус пришел в этот мир, чтобы освободить нас от последствий греха. Когда Иоанн Креститель был в тюрьме, он послал своих учеников к Иисусу спросить: «Ты ли тот, кто должен прийти, или нам ожидать кого-то другого?» Иисус не ответил им прямо. Он сказал ученикам Иоанна Крестителя такие слова: «Пойдите и расскажите Иоанну о том, что вы слышите, и то, что вы видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и бедным возвещается радостная весть. Возлюбленные во Христе». Библия рассказывает об Иисусе и о том, как Бог помазал Его Святым Духом и силой. Он ходил, совершая добро и исцеляя всех, угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Вы помните, в Евангелии от Луки 4 главе, 18 и 19 стихе, Господь Иисус говорит, что наступил год Божьего благоволения. Это значит юбилейный год. Наступил наш год освобождения. И каждому, кто верит, доступна свобода, доступно освобождение, доступна жизнь во Христе. Semua tawanan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Вступая в Новый год,
Бог дал мне тему для этого Нового года. Он является годом полного освобождения. Сказано, что Господь Иисус провозгласит свободу нищим телесно и духовно, пленным, которые находятся в плену наркотиков, порнографии, обольщений богатством, вины, горечи и так далее, а также слепым телесно, включая разные немощи и болезни, и слепым духовно, которые слепы ко спасению и ко лжеучениям, а также угнетаемым, которые страдают и не имеют надежды. Хочу сказать, что полное освобождение произошло не только 2000 лет тому назад. Оно происходит и сегодня. Я один из свидетелей. Я вижу, как Господь исцеляет больных в эти дни. Господь дает угнетенным свободу. Я не знаю, в какой вы ситуации, и кто из вас нуждается в полном освобождении. Но я понимаю, что такие люди, безусловно, есть. И я буду молиться за вас. Но перед тем, как я помолюсь за вас, вы должны сделать две вещи, чтобы пережить полное освобождение. Во-первых, вы должны поверить в Господа Иисуса. А во-вторых, вы должны покаяться. Если вы сделаете эти вещи, то переживете полное освобождение уже сегодня. Скажите, кто из вас хочет испытать полное освобождение уже сегодня? Если это вы, поднимите руки, я хочу за вас помолиться. Господь, ты видишь эти поднятые руки, они нуждаются в твоей помощи. Они хотят пережить полное освобождение. Полное освобождение могут пережить те, кто в нем нуждается. Поэтому принимайте свое исцеление. Принимайте освобождение. Принимайте Божьи чудеса. Принимайте все это во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Пусть Слово Божие, которое вы только что слышали, благословит каждого из вас. И пусть хвала, которую мы приносим, угождает сердцу Божьему. Увидимся на следующей неделе в программе «Время исцеления». И да благословит вас Господь Иисус! Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, dedikasi. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggris, You are the strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my only hope. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my only hope.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.